очень помогает. Гостям демонстрируют аппарат Гросса. Его используют для лечения детей с нарушением опорно-двигательной системы. А это игровая комната. Здесь маленькие воспитанники могут отдохнуть или заняться рисованием на песке. Давай, вот. Правильно, что одним пальчиком. Но представители областных и городских властей здесь не только для того, чтобы оценить все, чем располагает социальное учреждение. Они также намерены выяснить, чем можно помочь. Так, нуждаются в замене фильтра бассейна. Андрей Лобыгин отметил, заксобрание готово оказать дому ребенка необходимую помощь. Но и бизнес-структурам не возбраняется принять посильное участие. С учетом того, что неравнодушных у нас, в том числе и бизнесменов, достаточно много, ну вот мы будем стараться к тому, чтобы те вещи, которые еще требуются в этом детском доме, они были сделаны при помощи совета попечителей, попечительского совета, ну и при помощи меценатства. А еще дому ребенка требуются дополнительные игровые площадки для самых маленьких его жителей. С решением этого вопроса обещал помочь Иван Гущин. Я как депутат приложу усилия помочь, вот, допустим, детская площадка, да, от 0 до 4. Вот. Что-то как-то тоже будем помогать решать. Но главное, чем можно помочь этим детям, это найти им новую семью. С начала 2013 года, в том числе благодаря поддержке властей и меценатов, новые мамы и папы появились у 120 воспитанников. Артур Харламов, Александр Дудин. Новости сейчас.